Всем привет, народ. Это новый влог, его много кто ждал, поэтому всем приятного просмотра. Поставьте лайк заранее, я очень старался, снимал вам моменты какие-то. И напишите свои комментарии, может, что вы думаете об этом влоге, хотите ли вы еще влогов от меня. Хули в шапке-то ходит, долбоёб. Я вам сейчас покажу его. Ебаный в рот, сука. Прыщ, сука, прикинь. Ёб твою мать. Опа, засвет. Опа, нет. Чё, кого, блядь? По времени это 6? Спирт актуален в это время. Какой нахуй спирт? Слышишь, анекдот знаешь какой-нибудь? Расскажи анекдот. Да, я знаю. Да не пишите мне нахуй! Короче, спасибо. Бухают, короче, два... Нет, давай три возьмем. Три алкоголика бухают. Это реальный анекдот? Да. На реальных событиях? Да. Вообще, давай. Три бухарика бухают, водку пьют, короче. Занюхать-то нечего, понял? Осталось. Крошка осталась одна. Крошка. Пожалуйста, не пишите. Спасибо. Крошка. Хлеба. Один такой ебашит. Ебашит, такой занюхал, въебал. Ну, въебал, занюхал. Заебись, следующему крошку-то передает. Тот въебал, короче. И занюхал нормально. Третий-то, короче, понял, ебашит. Начинает крошку-то занюхивать. Себя, понял, въебал. Да. И все такие, ты че пиздишь? Слышь, нахуй, пидорас. Я хотел под лобух, под лоб... Типа, ты чё, пидорас? Крошку, под... крошку снюхал, типа, все. Как эта хуйня, блядь, называется? Лобух? А, лопух, блядь, лол. Какой лобух? Лобух. Слышь, у нас какие планы-то сейчас? Взять газировки, залить туда шкалобас. Ты забрал у него, кстати? Конечно. Чуть-чуть. Пиздец, да? Фонтан над своим. Я тебе дам, нахуй, фонтан над своим. Короче, чё, в чем заключается движуха? В том, что время 6 с чем-то утра, и мы сейчас будем жрать по-дикому, да? Начнем жрать по-дикому. Ты так думаешь? Острый сыр, сок родной. Да? Можешь фоточку сделать. Короче, память. Давай сделай так. Заебал. Все. Давай, рассказывай анекдоты, убери. Короче, сидят, короче, два спецназовца в окопе, короче. Ну, лёжа, лежат, там вообще тишина, короче, должна быть вообще пиздец. Помню, да, движуху? Помню, движуху такую, типа. Вообще тишина, пизда. Чё там дальше? А, ну? Ползти на этом. Как? Ползти дальше на. А, ну, чё за хуя? А, ну? Чё, ёбнутый? Чё? Ползти надо дальше там. Но они ползут. Под банками, да? Под чем они забрякали? Вот один ползет. А, но. Я не помню. Бушный сок дали. Дыры нет? А что ты? Вон, штучка-то есть там. А, нихуя себе, отпила, сука, да? На это. Ох, пидораска. Ебабу. Последний день лета чем-то провожу. Глаза мои, блядь, ну просто, просто в пизду. Антоша, ты что собрался делать? А, под снос, говоришь, домой? Вот, хорош. Нихуя ты привалился. Дверь закроем за собой, конечно. Тут бомжисто опасно еще. И, короче, положу вот так. После чего... Я тут кто-то живет, долбоёб. Ну что, бомжи не лезли. В общем, мы попали в дом, который, в принципе, оккупирован. И годен под снос. Ну, Антоша, вы видели его. Сломал одну из хат. Поэтому сейчас мы находимся здесь.
больше ничего не могу сказать. В общем, пацаны, короче, был я в Кунгуре, а сейчас я появился в Перми. Связано с тем, что мне нужно ехать, блядь, на учебу. Короче, я как бы поступил в Пермь, в город Пермь. Я из Кунгура, если кто-то не знает. И мне нужно ехать на учебу в Пермь. Сейчас я нахожусь здесь. Приехал в три пизды в Закамск. Короче, это очень далеко от Перми. Вот тут такие вот высотки стоят. Вот. Сейчас я жду девчонку. В общем, надеюсь, все поймете, все правильно. А вообще, в принципе, пизда на голове у меня. В общем, включимся позже. В общем, встретился я с девчонкой. И сейчас я вам ее покажу, когда она выйдет из лифта там. Хватит уже. Ты делать нехер? Ты тебе делать нехер? Насчет. Ничего. Я говорю насчет. Насчет. Да нет, давай повтыкаем тут. Че делать? Зачем? Что стоим? Пошли уже куда-нибудь. Че в подъезде-то стоять? Да, подожди. Чего ждать? Счастье. Почему нельзя приближать-то здесь? Потому что это не инста или что? Сука, блэд. Че, братишка, мы зачем сюда пришли? Чипсов? Мы за сухариками шли вроде как, нет? Слышь, если тебе хуёво так с пива, то, блядь, возьми просто сухариков за 14. Слышь, пиво. Ебать, ору. Кому мне, блядь? Икры нахуй возьми красный. Когда? Я тоже, кстати, братеш. Мы с тобой разговаривали. Угу. Она мне раз трёшку сказала. Я такая, что? Я тебе отвечаю, Лёша, давай выхватывать, блядь. Я такая, что? Пиздец, это постоянно. Я такая, что? Я такая, что? Да, ржёво, да, ржёт, короче. Сейчас мы направляемся на движуху, короче, Smash, DJ Smash, может быть, знаете такого. Не знаю, знаете или нет, мне похуй, короче, сейчас вам все равно все покажу. Поехали. Я такой выпустим, хочу домой. Ушли с движем и ебашим за бухлом. Впрочем, как всегда, блин, в принципе. А движ вон он там.
мы всего лишь через дорогу перешли, как бы, и ничего остального. Сейчас мы ебашим за бухгалтер. Блять, мы опять вернулись, короче, на этот движ. Эй, блядь, включи нахуй! Когда сам задал вопрос, сам на него ответил. Так, пацаны, короче, движон закончился, как вы видите, просто темнота, ебать, сцену погасили, и весь движ закончился. Ёбаное говно, скитер ебаный, пошел нахуй. О, новая, годно, давай, конечно, братишка, ёб твою мать, блядь. Если бы вы сказали нет, я все равно бы ее спел. Я, говорит, спел эту песню однажды на фестивале Джарахова, блядь. Чего? Он хули в шапке-то ходит, долбоёб. Я вам сейчас покажу его. Вон он там далеко. Сейчас. Включите мне салют, суки! Придется с этим ебучим бухлом ехать домой. Также, ребята, подписывайтесь на группу ВКонтакте и на мою страницу ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья, всех добавляю. Пишите мне, мне будет очень приятно. Надеюсь, вам будет тоже. We are reaching for the stars, but we're made.